Не, вид нормальный, нормальный. Ну вот, пришли к тебе мужики. Ставь пластинку. Давай, давай, как твоя Лиза. Ну, дальше. Соблазняла дальше она. Соблазни. Прям соблазнять? Прямо соблазнять. Так. Оль, ты комсомолка? Да. Ну, тебе комсомольское задание. Соблазняй. Давай, давай. Ну, давай уже. Вот, вот. На нас смотри, на нас смотри, нас соблазняй. Да. Дальше что она делает? А дальше они с мужиками танцевали, все нажрутся, напьются и... Давайте, давайте. Я не умею танцевать. Давайте, я давайте. Не умею. Что ты? Я покажу сейчас. Давай, что, да. Что там? А, вот, вот так. Вот, вот так? Не выше. Ну ладно, не важно. Вот. Значит, ты смотри, ты в основном молчишь, да? Угу. Молчишь или ходишь сердито, там гундосишь, что, мол, опять корешей своих привел, да? Чем быстрее они уйдут, тем что? Быстрее придут к огоньку. Ясно? Ясно. Давай покажи мне. Давай гундось, гундось. Ты чего опять алкашей привел своих? Ну, давайте валите, мол, давайте. Давайте валите, мол. А ты чего ржешь? Я? Ну да, ты что ответишь? Успокойся, я скажу. Mm-hmm. Да. У меня ребята пришли, ну, неудобно. Чего неудобно-то? Ребята пришли. Какие ребята? Мои ребята. Я... Кореша пришли к тебе. Кореша. Понял, кореша. Че ты встала? Давай, давай, быстро на стол. Оль. Это не тебе, я это он тебе так должен сказать. Что, как должен? Что сказать? Че ты встала? Давай, на стол мечи. Че ты встала? Быстро метнулась на стол, сделала. Кореша мои пришли. Да, давай отвечай мои. Ему, давай. Давай. Да сейчас тебе руки, бебать. Да, плачь, плачь, смейся сразу, да. Сразу. Все, хорошо, хорошо, все. Хорошо. Хорошо, да. Нормально. Mm-hmm. Дальше сами, да? Угу. Ты прости, пожалуйста. Да ты тоже. Сергей Васильевич! Да. Вы зря из отделения выходите. Вам опасно, и приказ же был. Олечка, если я все приказы буду выполнять, я ни одного бандита не пойму. Оль, Денис, я там пиджак забыл. Принеси, пожалуйста. Ты видишь, как он дерганый. Осторожно с ним. На. Если что, сразу мне докладывай. Mm-hmm. Ясно? Да. Хорошо. Спасибо. На, подожди. Значит, ты тут переночуй сегодня. Освойся. Где что лежит, сразу пойми. Чтоб потом не тыркаться. А то кот вас в момент раскусит. И завтра уже в камеру. Хорошо? Так точно. Да, и... Вам же спать придется вместе. Так что вы как-то репетируйте. Хотя это не обязательно.